Друзья, только что мы видели отвратительный акт полицейского произвола. Я видел, как попытались задержать без видимой причины людей, участников митинга, ОМОНовцы. И они использовали слезоточивый газ при этом. Очень хорошо, что люди проявили солидарность и вырвали задержанных из рук ОМОНа. Так необходимо поступать всегда. Один за всех и все за одного. Сегодня наш митинг — это впечатляющий пример солидарности. Солидарности участников кампании против пенсионной реформы и дольщиков. Солидарность людей разных взглядов. Эту солидарность мы должны проявлять. Ни в коем случае нельзя прекращать борьбу. Борьба против пенсионной реформы продолжается. Мы придем еще. Мы соберем еще большие митинги. Мы будем бороться, мы будем строить независимое народное низовое движение против пенсионной реформы, против любых антисоциальных действий правящего режима. Власть миллионам, а не миллионерам! 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 Спасибо, Иван Овсянников, Российская социалистическая движение. Поднимите красные карточки. Красная карточка — символ борьбы против пенсионной реформы. Спасибо большое.